Дорогие друзья, хочу сказать вам, где можно... Дорогие друзья, хочу показать вам, вот здесь вот есть такой Лиговский переулок напротив галереи и банк «Авангард». И вот здесь всегда самый выгодный курс валюты. То есть продать или купить валюту выгоднее всего здесь. И вот я вам показываю такое очень красивое здание 1863 года, кирпичное. Сейчас мне разрешили съемку, а до этого приехала инкассаторская машина, и поэтому все было как-то очень запрещено мне. Вот. И вот на сегодняшний день курс. Вот. Что такое? Вот, видите, какой курс. Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители. Мы с вами находимся сейчас в центре Петербурга. Идем по Пушкинской улице в сторону Невского проспекта. Хочу посмотреть, что открыто. Но пока увидела, что галерея закрыта, много чего закрыто. Собственно говоря, мне нужен был обменник на Лиговском. Кто не знает, это один из самых лучших обменников города, может даже самый лучший. Если у вас крупная сумма и надо продать или купить валюту, то рекомендую доехать, добраться до этого места. Так, ну вот магазин подарки. Открыли маленькие магазины. Вот, пожалуйста, два шага от Невского проспекта. Насколько разрушен этот дом. Видите, там даже какие-то скульптуры ангелочков, детей. И вот такой вот запущенный дом. Реставрация Петербурга, конечно, требует огромных вложений. Вот эти балконы все, они очень опасные. Именно они обрушаются и являются такими, знаете, опасностями. Достаточно часто случаются какие-то происшествия и даже погибают люди. Совсем недавно обрушилось три балкона. Вот, пожалуйста, магазин «Леон» в Панамке. Открыт. У нас 14 градусов. Холодно, в общем-то, обещают дождь. Я уехала надолго из дома, поэтому надела свою курточку, пальто, плащ с капюшоном. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами вышли на Невский. Попробую для вас поснимать, что как, что открыто, что закрыто. Народу по сравнению с тем, что бывает здесь обычно в это время, можно сказать, никого. В это время уже очень много туристов. Июнь месяц, знаете, все гуляют по Невскому, заходят в магазины, садятся на кораблики. Все это сейчас не работает. Никакого стрит-стайла. Никакого фэшн-стайла на улицах города нет. Ну, во-первых, конечно, еще и погода. Все закрыто, настроение. А вот, кстати, Зенис открыли. Вот. Можно, кстати, и зайти. Решила не заходить в Интимисим. Мне там ничего не надо. Ну вот, показываю, что все, магазин открыт. Девчонки работают, посетителей нет. Ну вот в Кальцедонию можно зайти, посмотреть какие-нибудь носочки по акции. Купи 3 и 4 получи в подарок. Ну вот тут, видите, даже как-то легкий оживляш. Покупаю. Что я там покупаю, девушка, покажите. Прекрасные носки, гольфы. Вот, есть разные с рисунками, интересно. Леопардовые. Покажите, да, пожалуйста, мне на камеру. Это красота вообще.
В моих перчатках, конечно же, это ничего не видно. Очень крутые, прям они уменьшаются. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот, какой-никакой шопинг, мелочь, а приятно. Ну что ж, дорогие друзья, давайте зайдем с вами в Елисеевский магазин. Хочу честно сказать, что зашла в него не потому, что мне что-то надо было, а просто было интересно посмотреть, как он выглядит сейчас, так как магазинов все-таки открыто не так много, а зайти куда-то хочется, промониторить. И Елисеевский магазин, конечно, знаковый, его посещают все туристы. Здесь всегда яблоко упасть негде. Я всегда раньше, когда снимала здесь, мне было не пробиться к витринам. И сейчас вот посмотрите, как он выглядит. Я в этом магазине была одна, просто одна. Я не верила своим глазам. Вот здесь я всегда пила кофе под этим ананасом. Булочки вот здесь вот тоже, ну сейчас мы до них дойдем. Витрины, конечно, очень прореженные, бедненькие такие. Не то чтобы, конечно, как в советские времена, но по сравнению с тем, что всегда здесь происходило и продавалось, это, конечно, ни о чем. Вот здесь всегда выпечка, она потрясающе вкусная была. После 8 ее уценяли и тут сметали все просто за одну секунду. А сейчас вот посмотрите, это, между прочим, середина дня, где-то час или два. Вот такое одинокое отражение в зеркале. Всем привет! Какая у вас акция? У нас акция на наши фирменные настойки производства магазина купцов Елисеевых. 4 вкуса, клюк, вишня, смородина, брусника. Акция 2 за 800. Проходит прямо сейчас. Также мы открыты, работаем... 2 за 800? 2 за 800, да. Также мы открыты в обычном режиме, работаем с 10 утра до 9 вечера каждый день, без выходных. У нас есть выпечка, хлеб. А куда они у вас делись, эти все булочки, пеканы? Раскупили, сейчас как да раз ладно. Готовим, да. Да? Да. На лифте есть, конечно же, наши макарони, фирменные пирожные, эклеры, кофе с собой на вынос, горячая пицца, круассаны, все, что вы любите. Пианола работает, так что приходите, будем очень-очень вам рады. Девушка меня успокоила, сказала, что у меня есть уникальная возможность побывать тут одной. Да, можно побывать вот в таком пустом магазине, без толп туристов. Да, ну спасибо большое. Я всегда кофе тут пила. Кофе мы делаем сейчас, но пока что на вынос. На вынос пить нельзя. Ждем, когда по закону у нас откроются кафе и рестораны. Но все, что вы любите, сейчас есть в наличии. Так что спасибо. Приходите, очень-очень рада. С любовью, спасибо ваш большое. Елисеевский. Да, действительно, я согласилась с девушкой, что у меня уникальная возможность есть снять магазин, когда я в нем одна. Действительно, такого никогда не было и, конечно же, не будет. Я была крайне, конечно, удивлена, рада, испытывала очень такие, знаете, странные чувства, потому что вот лежало столько всяких прекрасных вкусняшек, сладостей, и никто это не покупал. Конечно, немножко обидно, но я надеюсь, что совсем скоро все наладится, и мы сможем приходить сюда, чтобы выпить чашечку кофе, купить, побаловать себя какой-нибудь вкусняшкой, привести своих друзей, гостей города, да. Мы всегда приводили сюда колумбийцев, и они всегда охали, ахали, снимали здесь все. В принципе, это не столько магазин, сколько такой, знаете, аттракцион для туристов. Здесь, конечно же, всегда разрешают снимать, приветствуют это, и поэтому девушка, мне кажется, она администратор магазина, вот так вот сама поговорила со мной на камеру. Даже не просила, я даже не просила ее сняться. Ну вот, друзья, так обстоят дела у нас на Невском. Завтра будет очень интересный репортаж и знакомство с потрясающей девушкой. Не пропустите это видео, так как я отсняла очень много материала.
то видео в ближайшие дни будут выходить регулярно, то есть каждый день. Значит, будет знакомство с очень интересной девушкой, потом будет шопинг, мы с вами проанализируем тренды обуви, посмотрим, что продается в Бенетоне, как там выросли безумно цены. И вот одинокие матрешки с чемпионата мира оставшиеся. Видите, все-таки кто-то заходит. Так что, дорогие друзья, все скоро наладится. Всем пока и увидимся совсем скоро, уже завтра утром. Пока-пока. Аленка. Кофе с собой 70 рублей. Ну что там у нас в Аленке? В Аленке одиноко и пустынно. А Аленка вас ждет с широко распахнутыми глазами.